В этом году их почти 3500. В прошлом новобранцев из области было куда больше. Основная часть призывников будет служить в центре России. В Поволжье оставят тех, у кого на попечении дети и престарелые родители. У нас есть еще рядом Волгоградская область, есть Самарская область. Туда основная часть из них пойдет. Тем более, что в Саратовской области, ну, я вам скажу так, частей не очень много. В призывном сезоне 2012 будет несколько новинок. Например, рассылать повестки на дом, возможно, не будут уже с осени. За ними потребуют прийти лично. Как говорят в военкоматах, такая мера снизит число уклонистов. И мы надеемся, что у нас в этом призыве количество лиц, которые, так скажем, по незаконным основаниям каким-то образом попытаются уклониться, все-таки будет меньше, чем раньше. Сейчас уголовная ответственность грозит только тем призывникам, что получили повестку, но на сборный пункт не явились. По новым правилам наказать смогут всех, кто добровольно не явится в военкомат. Правозащитники такую идею не поддерживают. Говорят, задумка неплохая, но реализовать ее будет трудно. Число уклонистов не увеличится и не уменьшится. Потому что они как не ходили, значит, укрывались от соответствующих вручений им повестки, так они не будут сами идти туда. Скажут, ищите меня. В этом году хотят принять еще одно новшество. Столичные чиновники предложили запретить увольнять срочников с работы. Через год отслужившего солдата должны будут снова принять на прежнюю должность. Кристина Трушина, Валерий Богословский, новости «Телеобъектив».